Вернувшись на заправку, я решил взять оставленную мною ранее машину, чтобы вернуться за прицепом с вещами. По дороге я решил расчистить еще себе путь, так как сил сражаться с кем-либо у меня вовсе нет. И, судя по всему, мне осталось недолго. Зайдя в военную казарму, я стал ее осматривать. Бой с каждым ходячим давался мне трудно, и в конце концов я сделал свой последний вздох.